Вот? Почему этого нет? Всем девочкам привет! С праздником! Спасибо. Поздравляю с отличного времени провести! Мы на катке зажигаем! Смотри, какие девчата хорошие! Они машут бабочками! Поздравляем всех! Любим, целуем! Спасибо! Спасибо! Че это за звук был? Это Иван. Иван Писколизов. О. Ладно. О! Ладно. 2-7. Ты бы с ней встречался? Да. Что? Какой вопрос был? Я что-то... Стоп. Да. Ты бы с ней встречался? Да. Ну, вот так видос у нас, оп. Ага. Ну что, иди ко мне, моя мышечка. Я тебя поздравляю с днем 8 марта. Спасибо. Что ты была красивая девочка, что ты глаза красила, губы. Боится. Да не боюсь. А вы видели, что Анар подарил Якадзе на 8 марта? Чат. iPhone 15 Pro Max. Офигеть. Да ну, клянись, ну я увидела в новостном паблике. Посередине, потому что... Ай, фу! Фу, это что? А тут же ОБС, или они скрыли? Там же можно... Нет? Ну, это не живое. Надеюсь, они скрыли ОБС. Какая-то это... Это вагина, что ли? А как у меня сзади? Просто мне заплетено, я даже не знаю. А покажи нам. Чё там? Чё там? Чё там? Хорошо. Чё? Я не вижу, чё? Я не могу. Оставь одну сбоку, чтобы висела, типа, ты крутой. Да не, не нет. Не. Дреды на славян, пожалуйста. Так это наш. Русич. Я начинающий стример, работаю на заводе, мне 27, хозяева чмо. Многого хоккеиста через кубик Рубика. Ух ты, ёпта. Я видел, по-моему, вот тут, но, возможно, ай, улыбака. Он создал нечто уникальное. Больницу для тех, кого общество считает неизлечимым. Поэтому я охрану... Мне почему-то кажется, что это сейчас поёвал будет. Ебать, это стрёмно. Блядь, Юля. И... А, ебать! Дай бог! Через пару лет Юлька такая будет. Ну давай, попади. Эй, ты чё, петух? На нахуй. Ты чё делаешь такое? Не ускинь петуха, если что. А может Марка сделать гвакамоле? Марк гвакамоле. Так. Ну-ну-ну, говори. Динозаврик. К нему подходят и спрашивают, ты чего плачешь? Он говорит, мне поезд ногу переехал. А чё смеешься? А ему под ножку. Там такая кисуля маленькая сидит вот в этом чатике. Маленькая кошечка. Поставила. Ну, допустим. Мяу. Заходит как-то мужчина в этот магазин одежды и говорит, шапка нужна. Но... А ему продавщица, папаху себе дай. Ну, нормально. Нормально. Не плачь, нормальная история, хорошая, неплохая. Не плачь. Как я обожаю яйца. Яйца! Я ненавижу яйца. Яйца топ. Где ты живешь? Не надо. Что ты кушаешь? А чё у нас перерыв 2 минуты?
А ты когда сидишь, ты вот сиси поверх стола кладешь и просто сидишь. Ой, блядь! У Вани так, да, у меня нет. Смотри, я сейчас перед мальчиками красиво прокачусь. Что-что? Перед мальчиками красиво прокачусь. Давай, давай. По-моему, они голову не повернули. Я произвела фотофиксацию. Я вот смотрю. Да? А слушай, я какие-то звуки слышу. Или мне показалось? Показалось. Чувак, я не видел, что там. Футболки рвет R13 за 35 тысяч рублей. Прям на теле разрывает. Это была моя любимая футболка. Я в ней все время спала, чистила зубки. Сидела, играла в компьютерные игры в этой футболочке. Спасибо, Горилыч. Мне нравится украшение, короче, называется так странно. БМВ. Дефолт у девушек. Нихуя себе украшение. Украшение БМВ. Ну, Глеб, ну чё, мы сегодня тоже на бизнесе уже ездим в Москве. Он просто приехал в гости, есть инфа, или он переезжает. Я говорю, я бы, бля, я бы просто как зритель понаблюдала, как вот он бы этот в Москве адаптировался. Неизвестно. То бишь, те подарки, которые дарил там бусы ебаные, это хуйня полная, да? Я понял. Я вот так вот сидел и думал, за сколько я его жопу дам? Передумал. Ну так же мы с сестрой ехали, она вот здесь сидела. Я ее вез, нахуй. Заживала ногу в спицы, блядь, вот сюда. Вхуярила, блядь, полностью, короче, перерубила эту пятку. Заживала вот сюда. Потом мочой лечили ее неделю, моей. И папа тоже недавно скончался. Это жестко. Он умер, когда ему было 99. Нихуя. Я сам родился, когда моего папа был 74 года. Сестр? Нихуя там, батек, слышишь? А я говорила. Кто мне пишет? О, бустер. Ебать там Купидон. Ну рассказывай, откуда ты? Я с Таджикистана. Да я свой, я русский. Я отсюда, с Бабиджон. Ну, сейчас живу в России уже. Вот это слова отца, слова поддержки. Серьезно, я не шучу. А ты чё, эй, успокойся. Ай, роднулькин. Фух, аж легче стало как-то. Да, 100% легче стало. Кушать всякие. Это вся химия там. Её мешочек фак показывает. Бля, это гений, кто написал это дерьмо. Алло? Алло. Как ваш вечер проходит? Клёво, у тебя как? Тоже замечательно. Вы поздравили сегодня девушек с наступающим праздником? Пошла нахуй. Очень приятно, спасибо, всего доброго. До свидания. Так, я, кажется, понял. Раз, два, три! А нахуй его жопа, блядь! Вызовите святого отца! Что с мальчиком, блядь? Гая, что у нас случилось? Гая! Там... Я хотела Сансу поправить. Она и не чё? Перезаходит. Ну, как мне... Ну, не получаю. Ну, как компьютером пользоваться? А ты конченый? Ух ты! Ты не понимаешь, что я жму все кнопки, блядь, чтобы... Бу-бу-бу-бу! Ага.
Девочка повзрослела. Ты не можешь... Она выйти, блядь! Ты не можешь оно открыть не диспетчер работает. За задач... Да, оно не открывается! Подойди, блядь! Окей. Открой, на... Давай, открой! Если, окей, если я подойду и сделаю. Да, давай, давай! Да ничего, давай, ну сделай, давай. Иди, давай! Гайчон, может... Бля, я, конечно, не советчик, но может там надо было раскладку поменять, хотя тоже навряд ли, да, это сработает. Ай, блядь, у меня просто тут ничего не работает! Парковаться будешь? Ты дура. Ну, давай, давай. Это не через диспетчер задача, это новый рабочий стол, блядь! А чё случилось? Это новый рабочий стол! А чё, компьютером пользоваться не умеешь, да? Это новый рабочий стол! Прикольные треки. Ну а, блядь, курица. А! Да, блядь, да ну нахуй! Да, блядь, ну не верю я! Стой, у нас... У нас обезьяна. Ты охуела? Это наша? Это Никита, блядь, приехал. Охуела? Обезьяна, извини, уходи. Вот наши. Ау, закусь поймал, бро, самая маленькая. Какие они наглые обезьянки. Я слышала, что они прям очень агрессивные и кусаются очень сильно и отбирают, прям, ну, могут нормально так дать. Ебать, он злой. Арина, разберись с ним. Это вообще наглые. Давай съебался! Ты пошел на... Охуеть! Я сейчас мудохую. Сумку! Охренеть! Да... Ты посмотри, он вообще не боится. Кто ты без своей братвы? Я пошел в магазин. Я пошел в магазин, и знаете, что произошло? Вы не поверите. Я иду в магазин купить тюбик этого майонеза, блядь, зубной пасты. И шоколадку и попить. Знаете, что происходит? Не пизжу! 15 бабушек выбегает, и все просят донести им сумки до их подъезда, без шуток. Все просят до единой донести им сумки до их квартиры. 15 бабушек в ряд. Вот так. 15 бабушек в ряд просто. Не шучу, не пизжу. Не, мы в КС сидим по... Я все жду, когда мне нож выпадет. Нож, блядь, что на... Блядь, он вообще охуел. Сколько ему уже ножей выпало? Это чё за приколы? Ебать. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 ножей ему выпало с этого кейса. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уёб... Тебе 8 кейсов выпало с этого. Ой, 8 ножей. Ебать. Алло. Хес, правда, что тебя пиздец сегодня бомжи и обоссали? Есть такое, да. С нулевой. Это я оттуда и пришел, да. Есть такая хуйня. Ты оттуда и запускаешь сейчас? Вот да, сразу же. Я открывала. Я ебашу стул. It feels like we've won already. Типа твоё. Ебашу, я в офлайне открывала эти кейсы ёбаные. Нет, не один. Я донатила в эту помойку и открывала. Мне ничего не выпало. По скрипту. Купил я М4. Откатаюсь на неё. И понял, что мне очень сильно похуй. Ну, вот Жигули мне пиздец кайф. Не, М-ка тоже кайф. Ну, как будто, блядь, Жигули мне больше нравится. По душе мне, понял. Охуенная машина. Типа, вот для стримов, если бы я хотел на стримы машину, то это Жига. Я не хочу вот на М-ке стримить вообще. Тебе вроде 23 года, да? Да. Сосал? Ну, боёбай, пошёл нахуй. Я осуждаю, не полежу. Это кто? Ты? Это я. Да. По кому-то? По своему снайперу. У тебя... А он
он сможет цепануться? Быстрее, быстрее, быстрее! Пацаны! Быстрее! Всё. Найс. О, хуя! А где Глеб? Спасибо, что ты не мяукаешь. Вот мяукать — это кринж. Лучше лаять. А вот вопрос такой. Мяу! Я шлюха! Извините, это я не... Кто шлюха, я? Да это мать зашла в... Ой, в плане... Девушка. Хотел убивать её. Ой, так это перед тобой, Хелен. Бля, какое ты говно! Какое ты говно! Я реально говно. На, чё, я думал, это скошечивает, блядь! Ой, блядь. Это вау. Это закрой вау. Рот, сука, сержант! Ну не пошло, блядь, по СКС-ке! Ай, мама, мама. Это ж, вот это что? Ну, ты, вот, она конченая! Это что это, блядь? Я её мать просто ногами... Меня тут... Полезун. По-любому в детстве все так делали. Короче, писю между ног делаешь и вот так типа с пиздой ходишь, типа я девочка, я девочка. Ай-ай-ай.